О, який в тебе торт красивий. Це тогда настоящий. Дуже красивий в тебе торт получився. Тепер краще. Зроби мені Дай мені малюю спину. Ні, ну що, ну я помився. Ну потім ще раз помиєш. Що таке? Риба. Ні. Перці. Дрова. І казан. Казан. Оу! От загадочна ячейка. А ну відкрий. Опс. І нічого. Коробочка. Странно.
Ух ты, и выглядит красиво и пахнет точно так же. Вот красота. Ой, для меня старого служба мать зима. Так, все, будем пробовать уху. Костер, чернов и озеро. Это не рыба. Вот рыба. Вот рыба. О, рыба в ушане. Вот это улов! Ну ты, Рита, можешь похвастаться. Какая малосильная рыба конкретно. Рыба! Рыба! Что, шоколад упал? Ух ты! Рента, а что ты там отворила? Слишком большое освещение. Что-то там большое освещение. Солнце больше сильно вышло там за горизонтом. Не нашла себе занятия. Она что-то сильно активная. Рита, на, в огонь. Сюда. Ну как, Рит? Как тебе? Ага. Нет, так мы влазим. У нас, вы знаете, вот у нас, например, сейчас, вот в прошлом году было, где-то был вот август, потом было где-то часа 15 марта, говорит. Давай сюда, Рита. Мы поехали еще на море, потом через неделю. Ну что скажи? Расскажи, для чого ви робите такий вогонь? По вихідним то дощ, то знімаю, щоб не було пожежі. Поїздки, а то вже там туди, а щоб не було пожежі, ти робиш пожар? Компанію у нас в Україні. А що ти робиш? Бархат весь сезон. Ні, у нас немає такого. Тут це вже холодно, тут вже фонар. Ти його приручаєш. Розсипався вогонь, наливаю. А в этом году получилось нормально. А потом так? Мы было еще. Как заливаешь? А уже рассыпался? Как мы поехали, как гроза. Гроза началась. И надвигается. Но как-то движется так боком.
И как-то мы так купаемся, а мне вот так было интересно. Ну вода это вот теплая, что это не сравнимо. Просто не сравнимо. Ты сидишь как я не знаю, как в ванне. Вот такая вот кончилось? Так тепло. И дождик начинается. А дождик холодный. Вот так вот интересно. Теплая такая вода, и вот это дождик сосет. И так смотрим, он проходит, и тут такие молнии такие распускные, знаете, как. Мне страшно стало, я говорю, дети, все, давайте в машину, все собрались, в машину сели, поехали, стали под магазином, и вот как раз мы там проезжаем,